Привет, друзья! Сегодня у нас 22 апреля 2016. Не прошло и двух недель с момента прошлого соревнования, как мы снова отправляемся кидать дротики. На этот раз в город Озерск, город посреди озер. Там будет проходить кубок от спортивного общества «Атомспорт» имени Проховича, генерального директора там производственного объединения «Маяк». Едем командой, вером. Сейчас отправляемся в путь. Так, ну что, спустя 4,5 часа поездки на Renault Logan на заднем сиденье мы таки добрались до города Озерск. Располагаться будем мы здесь, в центре реабилитации работников ПО «Маяк». Здесь будем мы жить 2 дня, есть, спать и прочие делишки. Так, а заниматься будем мы где-то вон там. Недалеко располагается концертный спортивный комплекс. Собственно, там и будут проходить наши соревнования. Так, пока ребята оформляют документы, я тут слегка прогуливаюсь, перекусил немножко. Сейчас тоже будем располагаться. В одном из номеров оценим. Пойдемте посмотрим, как они, что из себя представляют. Окольными путями шли, оказались какие-то джунгли. Реально. А так-то дичь. Именно здесь осуществляли съемки кинофильма «Тарзан», если вы не в курсе. «Маугли» и «Книга джунглей». Пляж. Заблудиться можно. Вот, это вид на внутренний двор. Здесь дела. Сейчас обоснуемся, пойдем гулять. Так, посмотрим, что за номер. А вот такой вот он номер. 2 кровати, балкончик, телевизор. Так, ну что, наконец-то мы уже расположились. Вид отсюда неплохой, да? С этого профилактория. Сейчас пойдем гулять по парку. Так, привет, ребятишки, ну что, начался у нас 2-й день пребывания в городе Озерске. Именно в этом здании концертно-спортивный комплекс «Лидер». И будут проходить все соревнования. Все спортсмены вон уже на заднем плане заходят. Сейчас будет жеребьевочка и начнется замес. Друзья, турнир уже начался, вовсю рубятся парни, кидают дротики в 60-19. Так, значит, тут у нас проходит личка и командные соревнования. В командах по 4 человека у мужчин, 2 женщины у женщин. Первую игру я уже кидал, выиграл. Набор у меня хороший, а закрытие ну не идет вообще. Вместо того, чтобы закрыть 40, я закрываю 1. Сейчас пойдем играть дальше. We'll be right back.
командные соревнования — это что-то с чем-то. Я, блин, уже устал. Рубятся 4 спортсмена одной команды, с каждым спортсменом из 4 другой команды. И так до 9 побед, пока одна из команд не наберет 9 очков. Это только с одной командой. А всего групп в команде 5. Нам с 4 командами, с 16 людьми сегодня придется поиграть. Вот это, блин, у меня первый такой дартс-марафон в моей карьере. На пути к дартс-олимпу. Ну, вообще, интересно такое, уже по кайфу поиграть. На расслабоне таком. Тут сложно добиться, когда не от тебя все зависит. То есть ответственность, грубо говоря, перекладывается у других членов команды, хотя это, с одной стороны, неправильно. С другой стороны, вот такое подспудное ощущение, что не только от тебя все зависит, поэтому играешь как-то более расслабленно, нежели когда один на один. Сейчас закончим команды, и будет уже личка. Ну и да, война войной, а обед по расписанию, нужно будет еще перекусить. Ребятки, как и на всех соревнованиях, сперва идут игры, а через 2 часа начинается церемония открытия, куда мы сейчас и направляемся. Сейчас я вам покажу, что она из себя представляет. А куда идут? Игра в дартс чрезмерно утомляет, поэтому пора перекусить. Тут у нас буфет. Так, ну что, пока наши девчонки на заднем плане играют, накладываю очередную, значит, мы сейчас играем с командой Трехгорного, одержали 2 победы подряд, Саша закрыл 115, я закрыл, Шанхай 120, вполне себе игра идет, продолжаем. Причем отлично идет, приезжайте все к нам. Стабильность – признак мастерства. А жизнь в Озерске идет своим чередом. Погода еще достаточно прохладная. У нашей команды сейчас перерыв. Отдыхаем, готовимся к решающей битве. Надеюсь победить. Обалдеть. Ура! Женский Новоуральск рулит. Накалу эмоций, страстей, матч между Новоуральском и Снежинском. Уже 8-6 счет.
сейчас у нас начинается решающий матч, решающая партия. Счет 8-8, играем до 9. Я и Вова Пашенцев из Снежинска. Вон он идет. Сейчас зарубимся. Ну что, ребятушки, поздравьте меня с победой. Все-таки я вытащил этот матч. 9-8, блин, ну с таким трудом мы выиграли. Это просто охренеть. Эмоции просто прут через край. Серьезно. Так, ну на основании мест, занятых в группах, сейчас вон, проводится жеребьевка, вон там. Короче, нас определили играть с командой города Лесной. И уже будут игры на вылет, кубковая система. Фу, ну эмоции просто бешено. Ребятки, ну блин, такого марафона дартс у меня еще ни разу в жизни не было. Короче, 7 часов подряд уже играем, и конца и края не видно этим играм. Еще будем продолжать. Уже думаю, только ночью закончим. Это охренеть, сколько игр. Эй, ребятки, это снова я. Итак, наша команда выиграла город Лесной со счетом 9-5. Мы вышли в 1/4 финала, ждем нашего соперника. Скорее всего, этим будет соперником город Заречный, который сейчас играет на заднем плане с москвичами. Тащишь, молодец сегодня, отжигаешь. Фу, ребятушки, мы до финала добрались. Так, ребятушки, игровой день закончился. К сожалению, то, что вы видели на этой картинке, это все неправда. В связи с тем, что кто-то неправильно писал счет 8-6, 9-7, мы в тот момент еще не вышли в финал. Поэтому была такая ситуация, что мы играли еще две игры. И в итоге, в конечной решающей игре я уступил, проиграл. Хотя выиграл в ней даже 180, все равно не мог закрыть. Такие дела. Завтра будем играть в матче за третье место. И будет игра личное первенство. Всем пока, до завтра.